Обеззараживание гостей. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость.
сила.
Thank you.
часа вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, сэм Портер Бриджес. Всего сердца благодарю тебя. Спасибо за ваш вклад.
Ну что, иди сюда. Thank you.
удостоверение Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Человека. Мы живем в глуши, однако молва до нас доходит. Все мы слышали про великого доставщика, про борца с тварями, про остановщика террористов. Эту фразу я еще подправлю. В общем, я счастлив нашей встрече. Ну, что ты нам принес? О, это невероятно. Это здорово нам поможет. Спасибо. Когда мы закончим, ты даже не узнаешь этот пункт. Осталось подключиться к сети, ведь так? Как же приятно быть частью UCA. Мы слишком долго просидели на необитаемом острове. Скорее бы подключиться к штаб-квартире. Починить все будет непросто, но я полон сил, и мне хочется поскорее взяться за работу. Не подведем нашу страну. Спасибо, Сэм, и удачи. Хотя зачем она тебе? До западного побережья рукой подать? Отлично, Сэм. Затем тебе нужно протянуть сеть к распределителю к северу от города. Сейчас самое время это сделать, ведь они прислали сигнал бедствия. Данные еще поступают, но, похоже, у них несчастный случай, и нужно оказать помощь раненым. Загляни в терминал доставки. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать... Броня для плеч и ног. Минус в том, что надев ее, ты не сможешь нести груз. Так что тут нужно все учитывать.
Спасибо за ваш. Разрешено.
Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Добро пожаловать, Сэмпортер Бриджес. Размещаю транспорт.
Счастливого пути. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, сэм Портер Бриджес. Или Бриджес, так я знаю.
замедленно. Thank you.
тяжелее. Thank you.
идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Увидимся, друг. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы он... Это специальная броня для защиты всего тела. Ее можно носить на плечах и ногах, и чем больше модулей ты наденешь, тем сильнее общий эффект. Но для работы ей нужно электричество, так что следи за аккумуляторами. Запомни, Сэм, когда времени мало, главное скорость. Осмотри свое снаряжение и возьми только то, что поможет побыстрее добраться до цели.
Террористов. Бывшие мулы, только еще хуже. Грузов им уже недостаточно. Теперь они кайфуют, разрушая все подряд. А ты обломал им весь кайф. Ты защитил груз. Молодец. Но ты, наверное, еще с ними столкнешься. Смотри в оба, Сэм. Давай, погнали.
Спасибо. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, сэм Портер Бриджес. Спасибо. Теперь наши медики быстро его подлатают. Ты спаситель. Такая скорость просто поражает. Эй, береги себя. Будет жаль потерять такой талант. Кстати, это был не несчастный случай. Нападение. Кто-то подложил взрывчатку в груз, который мы обработали. Ублюдки-сепаратисты считают эту землю своей. Возможно, они правы. Этот груз мог быть у любого из нас. Твою мать. Нужно действовать осторожно. Усилить меры безопасности. По крайней мере, никто не погиб. Спасибо, Сэм. Серьезно. Я слышал, хиральная сеть развивается. Как думаешь, ее сигнал добьет до нас? Надеюсь, что да. Попробуй, ладно? Сработало? О, супер! Мы изголодались по информации. А если попадем в беду, то сможем быстрее об этом сообщить. У меня просто нет слов. Ну что, Сэм, перед горным узлом больше остановок не будет. Но последний этап самый сложный. Отдохни в личном помещении и проверь снаряжение перед выходом. Сэм, мы высадились. Амелия! Хикс и его люди добрались до краевого узла. Теперь мне не сбежать. Все погибли, город разрушен.
а руины кишат тварями. Они повсюду. Где твою кипу? Но я смогла тайком выбраться сюда. Может быть, это наш последний разговор. Просто знай, я в безопасности. Пока что. Обещай, что продолжишь выстраивать хиральную сеть. Это наша единственная надежда. И мой шанс обрести свободу. А как закончишь, мы вместе вернемся на восток. Амелия, твою кипу, где она? Сэм, я буду ждать тебя на берегу.
Привет, Сэм. Эту новость ты должен услышать. Я узнал ее недавно, благодаря тому, что ты расширил хиральную сеть. Она связана с ББ. Я все раскопал сам, имея в виду. Не по чему-то указанию. И если кто-то спросит, вали все на меня. Не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Ты просто слушал мою болтовню, ясно? В общем, похоже, Бриджес был не первый, кто занялся ББ. Первыми были сепаратисты. Террористы, боровшиеся с расширением UCA. Они начали применять их примерно 3 года назад. Примерно в то время, когда Бриджес-1 собирался отправиться на Запад. Похоже, у сепаратистов тоже были проблемы с тварями. И они решили, что им удастся натравить их на нас, если они смогут их отслеживать. Когда об этом узнал Бриджес, было принято решение вышибать клин клином, использовать ББ в качестве контрмеры. Возможно, что твой был создан именно для этой цели. И судя по тому, что послужной список ББ-28 исчез, кто-то пытался это скрыть. Мне всегда казалось странным, что мы используем технологию, которую практически не понимаем. И теперь мы знаем почему. Мы с самого начала копировали чужие методы. И еще кое-что. Насчет первых экспериментов с ББ. Насколько мне удалось понять, они, похоже, начались примерно в одно время с выходом смерти. Их проводили на острове Манхэттен, у восточного побережья, который, судя по всему, был полностью уничтожен в ходе выплеска пустоты. Тогда эти эксперименты проводились при поддержке и с одобрения американского правительства. Я предполагаю, что программа Bridge Baby была задумана, чтобы попытаться лучше разобраться в природе выхода смерти. Однако из-за проблем, связанных с этикой и безопасностью, общественность была резко против этого проекта. И все же работа была продолжена, и они, отчаянно пытаясь разобраться в величайшей катастрофе нашего времени, вызвали еще одну. Нужно также сказать, что при взрыве погиб и сам президент. Именно после его смерти, когда его сменила вице-президент Стрэнд, она своим указом приостановила эти эксперименты. Документы были уничтожены, центры закрыты, и все сделали вид, что никаких ББ вообще не существовало. Но возникает вопрос, как сепаратисты сумели восстановить эту технологию десятки лет спустя? Я сообщу тебе, если найду что-то интересное. Сэм, просмотри список заказов в терминале доставки.